куда? Мы? Опять к Королеву. Доктор Витропа у себя? Она у главного. А, ну тогда можно вас на минутку? Эти цветы вам. И это вам. Вашу ручку. Ну что же делать, идите. Только ненадолго. Спасибо. И потихоньку. Понятно. Мы быстро. Учтите, я вас не видела. Да, да, да. Пошли. Да. Быстрее, ребята. Доброе утро. Доброе. Здрасте. Давайте быстро. Доброе утро. Доброе утро. Боже, у вас что, сестричка, сегодня праздник какой-нибудь? Не у меня. У нашего инженера. Его гидростанцию будут сдавать сегодня. Это большое событие для него, я совсем забыла. Какие нежные. Купили на рынке? На углу, в павильончике. Вот я и хотела попросить вас поздравить инженера. Меня? Почему меня? Неужто непонятно? Он о вас так расспрашивает. Да больные всегда расспрашивают о своих врачах. Мара, налейте мне, пожалуйста, кофе. Ну и что же вы ему обо мне рассказываете? Да так. Какие у вас привычки? Угу. Какой у вас замечательный характер? И вообще? Спасибо за рекомендацию. Кардиограмма уже здесь? Сейчас принесу. Пожалуйста. Посмотрим, как на этот раз. Опять аритмия? Да? Угу. Нет. Неплохой результат. Дело идет к выписке, кажется. Ну ладно, идем. А цветы забыли? Больному будет приятно. Доброе утро. Доброе утро. А где Королёв? Что все это значит? Я не знаю. Вы уж извините, доктор. Королёва здесь нет. Он ушел. Только не ругайтесь, он ненадолго. Все-таки он от нас сбежал. Да уж так. Сестра, а куда вы смотрели? Больного бежала, бы даже не видели. Давно он уехал. Его уж нет. Машина внизу ждала. Сейчас же звоните в проходную. Подождите. Бегите вниз и проверьте. Может, он еще в больнице. Нет, вызовите мне нашу машину. Ну, хватит причитать. Зачем поднимать шум? Ну, что вы так разволновались, доктор? Я ведь не хочу зла Королёва. Он мой друг. Замечательно. Я вызову милицию. Ваше имя? Доктор. Ваше имя, я спрашиваю. Пуринч, я инженер. Сегодня у нас сдача объекта главной комиссии. Ему надо там быть обязательно. Нет, я теперь просто откажусь его лечить. Это грубое нарушение больничного режима. А может, поедем туда оба? Да что случилось? Ай, боже мой, боже мой. Пожалуйста, проходную. Он умер? Да нет. С Витропа что-нибудь? Нет, не с ней. Так что же? Ну ладно, Пуринч, уходите. Куда? Не знаю. Но подальше от моего отделения. Я почти 30 лет здесь. Но такого никогда не случалось. Я напишу докладную. Мы обе виноваты. Я обязана это сделать. Витропа сама постарается все уладить. Вот как. А я напишу. Ну-ну, пиши. Это ты умеешь. Старший вас слушает. А? Доктора нет в отделении. Не знаю. Это Скнедитруп и Валдис. Ладно. Извините. Дозвонились? Нет. Письма есть? По
Пожалуйста. Благодарю. Спасибо. Всего хорошего. Привет, девочки. Здравствуй, мальчик. Когда приехали? Вчера вечером. Видали, какой любопытный. И где вас поселили? Во дворце. Не то, что вас, мальчики. Сюда! Да, получай. Ура! Тебе нет. А мне? Они все-таки приехали. Кто? Филологини, первый курс. Да? Колоссально. О, вот повезло-то. А, ребята, хорошие. Теперь слушайте меня. Длинный и Карлис добывают яблоки. Жанис идет за цветами, я за вином. А где бумаг возьмем? Наш барахлит. Куда? Ерунда, лучше сами споем. Подожди. А теперь порублю с каждого быстро. Эй, что это у вас за дискуссия? Да тут такое дело. Понимаешь, к нам приезжает наш куратор, катит на своей Волге, а с ним ректор, проректор. А у нас в доме черт голову сломит. Дай, дружище, отгульчик, а? Что с вами поделаешь? Сворачивайтесь. Ну, договорились, да? Мы завтра с самого утра. Чао. Пока. Чего у тебя нет? Ну, мне же больно там. Ну, что у тебя там может болеть? На, проплащи. Фу, какая гадость. Плащи как следует. Не могу я. И сама убери. Какая гадость. Держи. И не капризничай. Добрый день! Вас приветствуют юные архитекторы. Тоже мне архитектор. Смею предположить, вы не против? А ну, убирайся. Мы как раз против. Вон. Жанис! Здрасте. Ворованное, но от чистого сердца. Фрукты! Вино! А ну, хватит. Повеселились и будет. Уходите. Девочки, с нами еще гордость колхоза, певица Элла. Что так рано, петушок, ты сегодня встал, дружок? В гости к девушкам схожу, их пораньше разбужу. А вот и мы. Ложитесь, пожалуйста. Я могу идти? Да-да, спасибо. Простите меня, пожалуйста.
Но я не мог иначе. Замолчите. Я просила вас лечь. Я понимаю, что все это выглядит глупо и несерьезно. Ну, что теперь говорить? Вам нельзя волноваться, иначе мы долго не расстанемся. Подождите, доктор. Вы для меня не только лечащий врач. Вам вредно волноваться. И вообще прекратить это мальчишество. Доктор Витрупе. Я не хочу слушать ваше объяснение. Ну, дайте мне... Что? Высказать. Как-нибудь в другой раз. Ну как? Ну дайте же мне, наконец, вам сказать. Как вы чувствуете себя? Физически хорошо. Морально плохо. Я давно хотел вам сказать. Понимаете, вы для меня не только лечащий врач, но и очень дорогой человек. И поверьте, я не хотел вас огорчить. Хорошо, как чувствуете себя? Но я не мог поступить иначе. Это моя стройка, а мне доверено. Я за нее отвечаю. Ваше сердце. И за него отвечаю я. Цветок даме. Спасибо, одна старики. Сидит. Нам именно вас не хватало тут. У меня сапоги грязные. Ничего, мы тоже недавно спорили. Ну, да, конечно. Карлис, повесь-ка. Меня зовут Валдис Кратц. От природы я человек мягкий и добрый, но вот связался с компанией. Ой. Прошу. Гуна. Очень приятно. Элочка, спела бы ты нам что-нибудь? Вот тебе гитара. Пожалуйста. Что спеть? Нашу. Вместе. А, как мне все надоело. Смотрю я на вас и чувствую себя такой же одинокой, как и мое дерево. Оно у меня под окном растет. Высокая липа. Плохо, да. Прихожу я домой из телятника и к окну. Я одна, липа одна. Элла, ты очень хорошо говоришь, но поешь еще лучше. Спой нам. Нет, ну спойте. Смотри, как расстроилась, а ведь у нее талант. Солнечный луч догорает, льды застывают в морях, руки свои простирает к птицам летящий маяк. Руки маяк простирает целую ночь напролет, словно кого-то теряет, словно кого-то зовет. Помочь? Не надо.
На. А мы готовы новую кучу денег. Одет, привезли! Гуна, пошли! Уже! Вот молоток. Не валяй дурака, это для Гуны. Гуна? Гуна! Что? Я взял тебя. Пошли, Венеты. Может, здесь сядем? Пошли туда. О чем ты все время думаешь? Да все своих. О матери, о братьях. Вспомнила, как вместе обедали. А вот у нас с матерью никогда так не выходило. Всегда отдельно. У нас в доме считается, что время обеда — это праздник. Домой мне хочется. И мне. Не умею жить без комфорта. А я скучаю. Братцы, что происходит там? Ты придешь сегодня на день рождения к Жанису? Нет, не приду. А что? Они и так уже о нас болтают. Ну, я пойду. Куда ты? На еще. Да у них роман.
sleeps. Vision Christus Pietoshan. Das sei sehr mit Jaunidzim. Солевой. В сизом дыму кто-то ищет стенокардию и рак. Умер заядлый курильщик. Пепел остался и прах. Ваше здоровье. Нет, за тебя. Конечно. Спасибо. Извини, брат, мне бежать надо. Что ж, беги. Валдису надо бежать на почту, мамочке звонить. Скумьи там, кашо зэми мида, йоби сулай кукат стум юн вида, дьявсу зина курви сита стейдзас, бед пасауле грежас, он не избейдзас. Пара-па-па-пам, пара-па-па-па-рам, пара-па-пам, пара-па-па-пам. Здравствуйте. Куда ты? Девочки, прогоните его. Девочки. Да не ори ты, я таких на пляже видел сколько хочешь. Входит, даже не стучит. Догоните вы его. Ну иди на пляж. Он еще смеется. А ну-ка, уходи. Иди, иди. Быстро. Ах так. Убирайся отсюда! Здесь тебе не пляж! Убирайся! Гуна, выйди-ка. Не могу. Гуна, скорее. Мне не разрешают. Я все-таки жду. Тоже мне нашлись опекунши. Иди, иди. Я тебя жду. Ну, Гуна, неужели ты пойдешь? Не знаю, что делать. Ты сбежал от ребят? Без тебя там было плохо. Вот я и сбежал. Пошли погуляем. Смотри, какой вечер. Ты мне еще что-нибудь расскажешь о себе. Пошли. Куда? В парк. Что я тебе сейчас покажу? Да? Угу. Ой. Ты ел когда-нибудь эти ягоды зимой, когда они подмороженные? Ня. Жизнь счастлива, 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 счастлива. Спасибо, девочки. О, я наверху. Держи. Я наверху блаженства. Подаю. А. Ну, неужели уже все? Спасибо, девочки, благодарю. Спасибо. Ой. На, сядешь, вот так куда-нибудь. Рассаживайтесь, наливайте себе. Наливайте себе. За вами ухаживайте. Ну что, бежим? Вон туда. Давай быстрее. Ну, льет. Гляди-ка, здесь дверь. Нет, закрыто. Подожди, я сейчас. Гуна! А? Залезай сюда. Здесь сухо. Быстрее. Давай руку. Вот это дождь. Пойдем. Куда? Пойдем. Иди сюда. Пусти.
тебя блузка мокрая. Сними ее. Прошу тебя, Валдис, не надо. Ну, сними, а то совсем замерзнешь. Нет. Гуна. Вот. Как холодно. Сейчас согреешься. Уже прошло. Надо. Гуна. Иди ко мне. Пусти. Пусти. Надо. Ты артистка. Это вы. Здравствуйте. Откуда это тебя несет? Сосвали. Дергает меня, как старого клоуна. Зачем ходишь? Ну, как Балдыш, не ходить, пойти. Если свадьба. Наревелась опять. Зато какой стол был. Да, конечно. Знаете что? Пошли ко мне. Нет, как-нибудь в другой раз. Ладно? Ну, как хотите. Зачем вы девушки красивых любите, непостоянная? Гуна. Я люблю тебя. Не надо плакать. Это пройдет. Тебе Эллу жалко? Не знаю. Я тебя не узнаю. Завтра ты что делаешь? Наверное, поеду к своим. А мне нельзя? Забираться на такую верхотуру. Гляди, вон наше поле. А вот и старая усадьба. Мы никогда не забудем эти места. Как мне с тобой хорошо, Валдис. Все это было как чудесный сон. И вот теперь ты уезжаешь. Ты думаешь, что все кончится? Нет, мы же любим друг друга. Конечно, Гуна. И эти голубые небеса навсегда стали союзниками нашей большой любви. Большой, как небо. Ну почему? Почему ты должен уезжать? Я так боюсь потерять тебя. Валдис. Вы? Проходите, пожалуйста.
Извините, что без предупреждения. Кажется, я не вовремя. Вы куда-то собрались? Заходите, заходите. Садитесь. А что это у вас? Вино. Хотите выпить? Для порядка. Вино вам нельзя. Садитесь. Ну? Поедем куда-нибудь? О, нет, не сегодня. А вот это можно. Если вы позволите. Угу. Вот здесь вы и живете. Да. Одна? Нет, с сыном. Ах, да, конечно. Откуда у вас это? А, это с севера. Я люблю путешествовать во время отпуска. Это с берегов Онеги. Ну что вы? Угу. Одна старушка мне ее сунула в руки, когда пришла проститься. Я когда-то отдыхала под Архангельском. До сих пор туда тянет. Природа? Да. А главное, люди. Их сердечная простота, суровость. Интересно. Да, редко встретишь такие человеческие качества. Какая-то чуткость, задушевность, что ли. Вообще, прекрасные люди есть повсюду. Не хватает времени их узнать. Да, все наше время отнимает работа. За ваше здоровье. Не хромайте сердце. Постараюсь. Вы мне что-то хотели сказать. Эльза. Будьте моей женой. Да? Да. Будьте моей женой. Так. Подумать только. Поехали. Что, в ЗАГС? В гости на день рождения. Какой день рождения? Нет, неудобно. Почему очень удобно? К моим старым друзьям. Поехали. Поздравляю нашего юбиляра! Спасибо, спасибо. Эльза, милая, я тебя не видела. Здравствуйте, моя дорогая. Познакомься, мой пациент. Здравствуйте. О. Ну, раздевайтесь быстрее и проходите. А я должна бежать. Нам бы очень хотелось, чтобы вы полюбили их. Да. Они такие славные. Да. Вот это Сэм. Правда? Белого хомячка мы назвали Лапочка. А вот это Зора. Спасибо. Вас поздравляю. А я хочу преподнести тебе кусочек ренессанса. Хозяин дома, художник. Чтобы ты никогда не забывал, как тяжела у критика рука. Как же, с тобой забудешь. Спасибо, спасибо. А я приготовила номер. Это будет мой подарок юбиляру. И Мандиеданит, и Пифани. Вот как? Я без внимания. Послушай, дорогой, я там же знала. Я вошел в себя, и вот теперь... Я выхожу. Я выхожу из него. Это уж больше не я. Это он. И чего я в нем искал тогда? Он мертв. Она хотела стать актрисой. Умер от зависти. Умер от невинения. Умер сам себе надоел. Пожалуйста, дайте мне кружев на 10 рублей. Гвоздей, пожалуйста, 2-дюймовых. Слишком долго я жил в тебе, у сморчок. 2-дюймовый в один угол. Вот 2-дюймовый. Я не все у него понимаю, но говорят, что очень глубоко. Очень глубоко.
играйте же над ним марш. Странно мне хочется петь и есть злость. Он просит кого-то, чтобы ему дали кружева. И не понимаю, что. Гвозди. Гвозди, гвозди, а ему не дают. Белые березы, белые чистые рамы в окне. Ну как? Спасибо. Вам понравилось? Это вот. Спасибо. Гениально, правда? Да, потрясающе. А вот и наша Эльза. Ты посмотри, с кем она пришла. Ну, хватит, не дури. Эльза, поздравляю. Поздравляю. Как я рад. А мой подарок без всяких намеков. Спасибо, добрый вечер. Большое спасибо. Познакомьтесь, пожалуйста, инженер-гидростроитель Вадим Николаевич Королёв. Большой любитель рижской флоры и фауны, но еще и преобразователь берегов нашей любимой очень Даугавы. Приятно. Поздравляю. А это мой вас. Друг, художник и самый лучший в Риге кулинар. Что, прошу вас. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Проходите. Какая у вас интересная добрый профессия? Вечер. Ну, вы знаете, добрый вот вечер. Я ничего не понимаю. О, почему это на всех рехах подостроили платили? Благодарю вас. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Большое спасибо. Я тронут до глубины. Как там сказал поэт, я хочу есть и петь. Так, может быть, и мы перейдем к более существенной части. Ешьте, пейте, веселитесь, чувствуйте себя как дома. Музыка. Танцуйте, молодежь, танцуйте. Ну куда ты так много мяса нанизываешь? Давай я тебе помогу. Не пачкай руки, я сам справлюсь. Да и тебе положено, друг мой, не только душу, но и руки в чистоте держать. Ах, так, значит? Ну и возись со своими шашлыками один. Ну и что? А меня так, например, просто восхищает такая активность наших литераторов и другой творческой интеллигенции. Они, наконец, поняли, что только совместными усилиями можно преодолеть демографическую импотенцию и, более того, привести к демографическому взрыву. Слушая вас, можно подумать, что у вас у самого не меньше полдюжины ребятишек. Заведем детей, миленок, мама говорит, селенок. Ай-ля-ля-ля-ля. Мне нашли проблему. Для меня вот проблема номер один. Это каменный улы. Его теперь просто невозможно достать в Риге. Да что ты говоришь? Да, я тоже ищу. И куда это он вдруг исчез? Непонятно. Мы теперь скоро замерзли. Это означает, что мировой энергетический кризис добрался и до латышских особняков. А некоторые считают, что у нас здесь просто-напросто провинция. Товарищ инженер, а что вы думаете по этому поводу? Да-да, это интересно. Правда, не знаю, я как-то не задумывался над проблемой снабжения каменным углем особняков. Но думаю, что вы зря недооцениваете строительство гидроэлектростанции. А через 20 лет электричества вообще не будет. Не думаю, что так скоро. Харда, ты что, с ума сошла, да? У тебя же печень. Подумаешь, живем раз в жизни. Хватит. Соус принеси, да побыстрей. Сейчас бегу. Ну, вот, пожалуйста, милые мои гости, шашлык. Спасибо. Ешьте на здоровье. Ой, что же это я, без соуса нельзя. Херда, где ты пропала? Давай скорее соус. Херда, что с тобой? Опять приступ? Ах, я же говорил. Можно тебя на минуточку? Подержите, пожалуйста. Угу. Только не пейте. С радостью подчиняюсь. У Херды печень. Тебе надо прилечь. Мне сейчас станет легче. Пойдем наверх, тебе полежать надо. Я должна идти гостям. Упрямься. Какие гости? Проходит, кажется, мне сейчас намного раньше лучше. Раньше надо было думать о гостях. Надо разбегаться, я идем, думаю. Идем, да. Ничего не хочется уходить. Да, идемте. Да что же это такое? Куда? До свидания. Посидите еще. Конечно, поговорим. Жаль, но нам уже поговорим. Вы тоже уходите. Еще раз. Пожалуйста. Пожалуйста. До свидания. Простите, что я заставила вас ждать. Все уже разошлись? Да. Я тоже хотел бы уйти.
подождем немного. Может, ей станет лучше. Я вижу, вам здесь не понравилось, а я у них отдыхаю. Мама! Привет, малыш. Ну, как жизнь? Вот это да. Слушай, да. Чао, Лола. Нет, ты перепутала, я только что приехал. Ну, как ты тут поживаешь? Что ты говоришь? Все тебя бросили, Улдис? Лола, я тебя не узнаю. В 4:30? Я не успею, давай в 5. Заметно? Место наше не забыла? Чао. Здравствуй, сыночек. Здравствуй. Чао, мама. Как ты долго? Возьми у меня сумку. Ой, только осторожно. Ничего там не разбей. Что ты принесла? Много всякого. Да, ты костюм почистила? Конечно, он висит в шкафу. А журналы? Принесу завтра. Ну, куда, куда? Ах, ты моя мамулечка. Уж никогда меня так не называй. Это мне напоминает что-то маленькое, круглое. Рассказывай, как ты жил без меня. А ты без меня, как я вижу, не очень скучала. Коньяк, цветы. А как ты? У меня ничего хорошего. 2 недели в колхозе. Это, конечно, не курорт, но без нашей помощи они бы не обошлись. Студенты внесли вклад в общее дело. Ну да. Ну, а у тебя как дела? Больница. Ты мне хочешь испортить аппетит. В последнее время я чувствую себя очень одиноко. Ну, мама, что ты говоришь? Ведь я же приехал. Нет, да пока ты учишься. А потом? Я что-то не понимаю. У тебя есть кто-то? Может быть. Это, конечно, твое дело. Но знай, что я этого не вынесу. Ну ладно, тебе будет, пошутила. Твои шутки. Мам, мне надо идти. Боже, что я вижу? И мне не спослано испытание? Скажи, ты дух или плоть, а? Когда как? Как ты попала сюда? Таким женщинам здесь нельзя появляться. Тебя послал дьявол. Во всяком случае, не святой. А кто же он? Его зовут Валдис Крастс. А почему ты грешником его считаешь? Этого Валдиса? Да потому что он болтун и обманщик. Вот как? Ну так помоги ему искупить грехи. Это в твоей власти. Одари его чистым,
и невинным поцелуем. Он, по-моему, так погряз в грехах, что его ничем не спасти. А ты сама? Разве совсем безгрешна? Нас обоих ждет ад. Войдите. Ну что? Я соскучился по вас. И вы это знаете. Я тоже. Здравствуйте. Доктор занята. Не, на минутку. У меня есть один план. Я думаю, мне удастся подружиться с Валдисом. Что вы собираетесь делать? Я поговорил с ректором. Мы можем с вами отправить вот этих студентов. Ну, очень хорошо. Сегодня среда. Так, в пятницу я смогу передать этот список в республиканский штаб. Ну-ну. Скажите, Краш, что за парень? Вы его знаете? Немного. А кто может быть командиром отряда? Вот он как раз и может быть. Да? Толковый парень. Скажите, а там возражений не будет? Предложение очень заманчивое. Наши студенты в Сибири еще не были, да еще такой объект. Этот вопрос, в принципе, уже решен. Осталось уточнить состав группы. У меня есть большая просьба. На той неделе у нас планируется общее собрание студенческих отрядов. Угу. И хорошо, если бы вы смогли выступить. Заодно познакомитесь со своими ребятами. Что ж, не возражаю. Как у нас все получилось вдруг? Как неожиданно. У меня нет времени. А сердце? Я еще никогда не чувствовал себя так хорошо. Тебе нельзя рисковать. Напротив, только это мне и остается. Тебе не надоела бездумная жизнь? Еще как надоела. Поэтому я и прошу тебя стать моей женой. Здравствуйте. Проходи. Вечер добрый, бабушка. Здравствуй, сынок. Гуна! Ой! Если ты слышала, какой я сделал доклад. Явился. Я сейчас уйду. Одну минутку. Гуна. Сейчас. Пока. Я обязательно должен тебе все рассказать. Пока. Я бы тоже могла сделать доклад, Валдис. Я бы встала на трибуну и сказала, дорогие мои товарищи. Гуна, молчи, Гуна. Вот что я скажу вам. Нужно уметь верить и мечтать. Ну что из того, что небоскреб построен из фундамента и открыт всем ветрам, это ведь не важно. Такова особенность конструкции. Эксперимент надо продолжать. Thank you.
Ах, ты строитель-созидатель. А тебе не кажется, что ты взорвал мою привычную жизнь? Разве это плохо? А мне тревожно. Вот это зря. Уж если мы взрываем старое, то на его месте обязательно строим новое. Так что готовься. Да потом, разве такой уж страшный? Знаешь, я обычно сплю без сновидений. А вчера приснился какой-то бред, будто взорвала плотину, а я хохочу как сумасшедший. К чему бы это? Наверное, каким-нибудь переменам. Как я тебя не хочу отпускать? Я должен идти, Гуна, меня ждет мама. Забыл фотографию. Ах, да. Спасибо. Ну, до свидания. Чао, мама. Здравствуй, сынок. Где болтался столько времени? В институте пришлось задержаться. А ты уж не могла вырваться и прийти послушать меня? Я очень хотела, но, понимаешь, не смогла. Никак. Я ужасно голодный. Приготовь что-нибудь сам, ладно? Какие новости? Звонил Жанис. Так я влип, выходит? Да, конечно. Да. И что же он тебе поведал? Ну, разные. Валдис, я хочу поговорить с тобой как со взрослым человеком. Она ведь тоже не малютка. И что вы теперь думаете делать? А что тут думать? Мы ведь не строим планы на будущее, мама. И к чему же это, в конце концов, приведет? Не знаю, смотря по обстоятельствам. Мы оба взрослые люди. И вообще, давай прекратим душеспасительную беседу. Хочу. Чтобы я женой обзавелся. А почему ты до сих пор меня не познакомил с этой девушкой? Пригласил бы ее к нам в гости. С тобой просто невозможно. Ты всегда все усложняешь. Да. А тебе известно, что твой сын едет в тайгу на практику строить большую ГЭС? И кому да. Знаешь? Представляешь, Королеву. Это большая знаменитость. Он у нас был вчера и захотел поговорить со мной лично. Жаль, что ты его не знаешь. Прекрасный мужик. А меня он берет командиром нашего отряда. А если я тебя не отпущу? Я поеду. Без моего согласия. Мама, все уже решено. Интенсификация строительства в городах обуславливает одну из главных тенденций строительства. Ты уже закончил? Нет. Повышение высотности зданий. Колоссально. А посмотри, какие конструкции применяют янки. Вот здесь опора. Эти конструкции были впервые сделаны в Москве. Так теперь строят почти повсюду. Нет, какой ты умный, просто невозможно. Гуна ждет тебя внизу. Я знаю. И что она там торчит?
Ну ты чудак, по тебе затасковала. Непонятно. Ты угадал. Сначала она мне очень понравилась. Даже показалась необыкновенной, такая умная, красивая, нежная. А потом стало как-то скучно. Какая глупая история. Что ж, я это ожидал. Да ну. Да. Идешь? Ага, иду. Гуна, извини, пожалуйста. Я не мог раньше. Не хочешь меня видеть, не зови. Но ты просила меня. Я? Извини, у меня куча дел. У тебя теперь всегда дел куча. Ты же знаешь, у нас проект. Угу. И сессия близко, уже надо заниматься. Ну и все. А что ты хочешь еще? Тебе ничего нельзя сказать. Ты все хочешь, чтобы я твердил, что ты у меня единственная любовь, да? Ты меня больше не любишь. Тебе нужны признания? По-другому я не умею. Тогда я вынужден сказать вот что. Представить себя в роли мужа я, видишь ли, не могу. Валдис, я совсем не об этом. Я же тебя никогда не просила. А эта история в колхозе? Глупо. Я тогда не понял. Валдис! Ну, хватит психовать, Гуна. Ну, Валдис, как ты не поймешь? Я ведь от тебя ничего не требую. Только чтобы мы были вместе, чтобы не прятались, раз мы друг друга любим. Пойми. Значит, по-твоему, надо выйти на улицу и всем рассказать. Что за предрассудок? Бред, ведь мы же взрослые оба. Ну, зачем вмешивать в наши с тобой отношения посторонних людей? Это в тебе сидит провинциализм. Надо избавляться от него, это смешно. Ну, ладно, достаточно. Гуна, ведь мы же любим друг друга. Только не требуй, чтобы я давал какие-то обязательства. Подожди. Не обижайся. Идем. Гуна, Гуна! Идем, вот есть столик. Скорей. Что вам принести? Два кофе, бутылку бальзама и эклера. Сколько? Штук 200. А если серьезно, молодой человек? Бутылку бальзама и два фирменных пирожных. Одного пирожного хватит? Не знаю, раньше бы хватило, а сейчас, может, и нет. Что ты хочешь этим сказать? Да так. Я вообще-то сегодня не хотела тебе говорить. Ты о чем? Тебе, конечно, смешно. Я, наверное, глупая. То есть как? Надо было давно тебе сказать. Что случилось? У меня будет ребенок. Серьезно? Хорошенькие дела. Как же это так? Что мне теперь делать, я просто не знаю. А я вот выпью. Здесь сидит моя мамочка со своим милым. Могу я тебя, наконец, представить? Она доктор. Вот она и скажет,
что делать. Передайте, пожалуйста, вон той паре наш бальзам. Как прикажете. Благодарю вас. Выпьешь со мной? Кажется, нам надо с тобой поговорить, верно? Да и тема для разговора созрела. Просит. Поговорим в другой раз. Почему в другой раз? Давай сейчас. Я ведь совсем не пьяный. Но разве не смешно встретить маму ее милого в кафе? Знаменитый милый у тебя. Но не будет и случайности. Тогда значит, я бы ничего так и не узнал, это уж точно. Ты узнал бы очень скоро. А вот я твоей девушке и правда никогда бы не узнала. Ну ладно. Если хочешь, давай поговорим, умник. А то мы в последнее время стали как плохие соседи. Ты живешь своей жизнью, своей, ничего друг о друге не знаем. Как будто бы мы совершенно чужие. Разве я могла подумать, что так будет? Нет, неправильно мы живем. Красиво говоришь. Да все это болтовня. Решено, иду в комитет комсомола. И отказываюсь от поездки в Сибирь. Совсем не обязательно ехать на практику туда. Я легко могу взять направление в деревню. Коровник сооружу, построю что-нибудь для курочек. Ненавижу твоего Королева и его опеку. И пусть этот негодяй не думает, что имеет на тебя право. Ах, он негодяй уже. А помнишь, что ты раньше про него говорил, пока вдруг не узнал, что мы с ним знакомы? А теперь, значит, негодяй. Mm-hmm. Да. Он сегодня улетел и просил передать тебе, что очень будет ждать вашего приезда. Mm-hmm. Сказал, что постарается сам заняться вами. Поможет во всем разобраться. Мне теперь не нужна его помощь. Хватит, скажи лучше, почему тогда девушка твоя убежала? Опять ты про нее. А если она любит тебя? Или ты думаешь, что любовь уже не существует? Ну, знаешь, мама, про такие высокие материи нам некогда было думать. А про другие? Я отвечаю сам за себя. Она сама за себя уже не маленькая. Да и вообще, что ты волнуешься? Потому что все это мне кажется ужасно. Ты завтра же должен пойти к ней. Не знаю. Да, я думаю, мне зачем. Ты очень похож на отца Валдис. Это уже моя вина. А где Краст? Скоро будет. Больше мы не можем ждать, нам пора ехать в аэропорт. Сейчас. Пошли, Карлис. Смотри, долговязый едет. Стойте, стойте! Залезай. Ага. Быстрее, мы еще успеем. Здрасте. Валдис дома? Здравствуйте. Ну, что ты дурака валяешь? Мировая скорь подолела. Мы же договорились. Я никуда не поеду. Совсем сдурел. Слушай, мы же из-за тебя опоздаем на самолет. А кто вас просил приезжать? Если ты из-за гуна, так вообще последний дурак. Какая гуна? У меня просто депрессия. Что? Что ты сказал? А? Депрессия. Слыхали? Придется товарищу помочь. Давай. Брат, опа! Да вы что? Сейчас мы тебя от нее излечим. Пустите, не рэпайся. Сиди. Вот это в рюкзак. Угу. Вот это тоже в рюкзак. Давай. Брюки. Давай мне брюки, я сверну. Все? Где твоя зубная щетка? У мамы спроси. Держи вот еще свитер. Принесите, пожалуйста, его зубную щетку и мыло. Пижаму тоже класть? Да. Одеколон берем? Комаров будем отпугивать. Кидай до кучи, пригодится. Верзила, на, держи. О, да в таких на танцы надо ходить. Смотри. Жанис, не дурачься. Болван. Ага, спасибо.
сунь туда. Давай. О. До свидания. Ну, может, проводить тебя? Спасибо, не нужно. Ты встретишься на стройке с новыми людьми. К тебе будут присматриваться. Смотри, чтобы все хорошо было. Не беспокойся, мама. До свидания. До свидания. Пиши. Быстрее, Тари. Мама. Погляди, как он там устроил. На чистом воздухе. Да и вид оттуда великолепный. И ты мог туда попроситься. Мне жизнь моя дорога. Ага. Выше, выше. Повыше поднимись, Вася. Повыше не получится. Опасно. Дай, пожалуйста, на минуту. Отвяжись. Ну, дай мне поговорить. Отвяжись, ну, не мешай. На одну минуту. Ну, я тебе что сказал? Отвали отсюда. Я с Валдесом поговорю. Вася, выйди наверх. На обед его позову, понимаешь? Вася, да уйди ты отсюда. Ну, мне надо. На обед позвать ты его. Ты меня слышишь, Рогачев? Нам Рогачев. Пора обедать. Спускайся, спустись немножко пониже. Ну, Иван, дай мне, пожалуйста, на уйди. Одну минуту. Я ведь у тебя прошу всего на один момент. Ну что, я его съем, что ли? Да ну, на, да. Черт с тобой. Валдес! Валдес! Ты меня слышишь? Эй, парень, это ты, Валдес? Тебя зовут. Спускайся скорей! Валдес, обедать пора! Колоссально! Вот дает! Быстро он наловчился! Ну как? Нормально. Ладно, пошли обедать. Привет. 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 Ну, когда начинаем подъем? Завтра. Я все-таки не понимаю, зачем его наверх тащить? Эй! Наверное, так это нужно. Же риск какой. Ребята, подождите. Все, разрешение получили, порядок. Завтра начнем расчищать площадку для экскаватора. Значит, там будет? Да. Здорово. Многие не верят, но Королев не сдается. Но туда и человека трудно затащить. Не то, что экскаватор. Ничего, затащим. Все будет в порядке.
Ну, пошли обедать. Вон там свободно. Сюда можно? Садись. Ну, где мой обед? Приятного аппетита. Подобного в истории стройки еще не было. И, возможно, не будет. Но это, знаете, колоссально. Угу. Да, не будет. Потому что все это авантюра. Здорово. Милый, это же тонна, а не килограммы. Ты знаешь, сколько весит эта штука? Но есть же специальные расчеты. Есть. А я верю Королеву. И верю в ее расчет. Проект Королева сокращает строительство на целых 2 года. А экономический эффект — 1 000 000 рублей. Колоссально. Не наше это дело, и не нам ее решать. Как-то не наше. Ведь мы сами будем все делать своими руками. Руками, не головой. Все это авантюра. Многие говорят, что Королев просто выскочка. Что он приехал сюда за славой. А, так говорят завистники. Он столько работает, что ему некогда думать о славе. Ну, кажется, туннелем. Ой, расчеты на бумаге немногого стоят. Настоящие расчеты начнутся там, наверху. Чего это он вскочил? Ну ты что? Дай сигарету. А чего это ты катишь на Королева вдруг? У меня, брат, личные мотивы. Шура, ты готов? Если готов, начинай. Войнай левую, левую. Так. Давай, давай. Еще. Хорошо. Так держать. Молодец. Крепи. Подготовка к подъему идет нормально. Якоря испытаны, полиспасты запасованы, люди, в общем, готовы. Сегодня заканчиваем ревизию лебедок. Вчера всю смену не было воздуха. Скалолазы не успели забуриться и не установили анкера для кабеля. Полетел подшипник на 1-й сутке. 2-я сутка была на профилактике. Пока ее запустили, прошла смена. Сейчас воздух есть. Оба бульдозера на врезке тоже готовы к подъему. Сколько времени займет подъем? 4 часа. Назначаю подъем на завтра на 10:00. Возражения есть? Нет. Поздравляю вас. Посмотрим, как он это сумеет поднять за 4 часа работы. И тогда мы сможем заняться монтажом стрелы и всего остального. И еще вот что. Завтра утром мне хотелось бы ознакомиться с графиком завершения монтажа 3-го крана. Не знаю. Может быть, ваши доводы совершенно убедительны. Надеюсь, подвезу. Ну, пока. Я считаю, что это необоснованный риск. Я тоже на 2-й час отъеду. Поверьте мне. Увидим. Вадим Николаевич, я в управлении. Да, только поговорю обязательно со скалолазами. Хорошо. Балдис! Иди сюда. По-моему, нам пора объясниться. А зачем? У нас будет время. Ведь мы породнимся. Ты что, против? Да нет, отчего ж. Это будет великолепно. Такой праздник, веселье, машины с белыми лентами. Красиво. Этот праздник во многом зависит от тебя. Да вы даже не спросили меня, когда прислали сюда. Вы просто взяли меня за руку и привезли в тайгу. Тебе здесь плохо? Нет. Мне здесь хорошо. Спасибо. Подожди. Ты любил когда-нибудь? Куда уж нам. По-настоящему любить ведь можно только в вашем возрасте. Я не знаю, что ты понимаешь под словом «любовь», но я думаю, это не только брать, но и отдавать. Давай сюда. Ой, я таких просторов раньше нигде не видела. Воздух.
Голова кругом. Правда еще? Да ты сам попробуй. Как это выбраться лопатой из хитрый лес забыл. Помоги-ка мне. Внимание, снимаю. Совсем рубить не умеешь. Ну как ты топор держишь? Отстань! А ну-ка покажи. Ну что ты все время под топор лезешь? Давай сюда. Держи. А ты знаешь, какая это полезная штука? Мне ребята говорили. Я письма далеким друзьям напишу. Ну как вам живется на свете, спрошу. Ну как вам живется в своих городах, поселках, столицах, медвежьих углах. Да как же так вышло, откуда пришло, что по свету белому нас размело? И где же... Это Бадан? Какой еще Бадан? Я ведь тебе уже не раз говорил. Это Левзея. Моралей корень. Моралей? Моралей. Ну, налетай, ребята, кедровые орешки. Сыпай сюда. Сырые все равно вкусно. А как их хоть едят-то? Очень а? Просто. Берешь в рот, раскусываешь и выплевываешь. А где ты вы их нарвали? Да вот там, кедрач, на самом верху. Дай рюкзак, я тоже схожу. Да как тебе дары природы, ничего? Ты, наверное, очень орехи любишь. Спрашиваешь. Хватит. Ну как? А ты что, не чувствуешь? Ничего. Не может странный быть. Вкус. Слушай, а для чего он? Ну, для поднятия тонуса от головной боли или там... Дай еще попробую. Ничего не чувствую. Вот дело. Экскаватор, экскаватор, вы меня слышите? Ответьте. Экскаватор, прием, прием. Да, я вас слышу, слышу. Альпинисты на месте? Да. У вас все готово? Да. Что с машиной? Все в порядке. Можно начинать? Слушайте мою команду. Что? Экскаваторы, слушайте Понятно. Мою команду. Начинаем. Приготовились? Готовились. Давай. Пошел. Не просто это, знаешь, стать настоящим инженером. Я вижу, ты вот-вот заплачешь восторга. Что, тебе, может быть, не нравится его проект? Нет, проект и мне очень нравится. Он талантливый инженер. Только вот как человек. Человек, человек. Погляди, как он работает, и тогда говори. Вадим Николаевич. Вадим, что с тобой? Врача, скорее врача. Скорее. Вызовите по рации. Вызовите по рации. Сердце, наверное, осторожно. Ну, скорее, скорее, что ты копаешься? Диспетчер, вызовите врача. Диспетчер, на левобережную врезку срочно врача. Повторяю, на левобережную врезку срочно врача. Очень серьезное положение. Да нет, с Королевым. Снова сердце у него. Ну, ты же сама знаешь, мама. Тебе надо приехать. Слышишь? Тебе надо приехать, мама. Спасибо. Положите, пожалуйста, эту историю в болезни. Хорошо. Ну, что еще? Доктор, я очень прошу, пропустите к больному. Я на пару минут. Кто вы?
сын. Возьмите халат. Там. Вадим Николаевич, к вам гость. Это я. Я звонил в Ригу. Мама едет сюда. Вы слышите? Мама. Ну, будет, будет. Узнали сына? Узнали? Ну, вот и хорошо. А теперь вам надо отдохнуть. Здравствуй, мама. Здравствуйте. Как хорошо, что ты приехала. Ему очень плохо. Здравствуйте. Да. Успокойся, мама. Да. У тебя мой мальчик. Что случилось? Родился сын. Гуна назвала его Валдисом. Я же после твоего отъезда разыскала ее. Хотела к нам их перевести. Гуна отказалась. Так что тебе решать, что делать дальше. Это ведь твой сын, Валдис. Думай теперь сам. Не повтори только ошибку отца. Садись, покурим. Держи. Спасибо. Ты что смурной-то? Ходишь сам не свой. У меня сын родился. Ну, так это обмыть надо. У меня тоже и сын, и дочь.
Давно женат.